Я хочу! Просто в выборе, ассортименте и морепродуктов. Просто супер! Вау! Гляньте, какие тарапкаются! Ой, вообще! Полиция! Здорово! Гляньте! Чего-то пока нет. Прям здесь. Я хожу, кстати, тут вода. Рыбешка. Фу, я даже не знаю, что это. Там рыбешка. Что делать, ребят? Вот этому парню это все очень повезло, потому что он стоит 50 баксов. Я смотрел, он очень рад. А вот за это я прям люблю Китай. Вот это супер. Свежие фрукты, тропические. Tropical Mixed Fruits. По цене всего $4. Огромная банка, капец. Тут такие вообще сладости, такие полезности, такие витамины. Супер. Всем привет. Мы сейчас находимся в нашем главном офисе. Покажи всем офис. Вот, и нам сказали, да, Калян, что нам сказали? Что нам надо мочить. Нет, нам не же сказали. Нам сказали, что мы очень хорошо работали. Да. Поэтому было очень много посетителей в парке. Мы такие молодцы, и за это нам бонус 400 юаней. Это сколько в долларах? Ни хрена. 400. 60 с чем-то, да? Да. 60 с чем-то долларов. Бонус. 70. Я вижу действительно впервые на паркинге под землей автомойка. Обалдеть. Вообще прикольная тема, да? Приезжаешь в магазин скупиться, в торговый центр пошопиться, оставляешь машину в паркинге, в подземном паркинге, в обычном паркинге, и тебе ее моют. Вообще идеально такая легенькая моечка. Там она, наверное, буквально минут 10-15. Можно и ключи наверняка оставить, бац, помыли, перегнали там на свободное место, паркоместо. Все, пришел на место, на автомойку, расплатился там, забрал ключи и поехал. Вообще прикольная тема. И прикольная тема именно тем, что не надо специально ехать на мойку и торчать, и ждать, и просто тупо терять время. А так ты и делом занимаешься, и машина чистая, супер. Макс, а ну напомни. Потом. Если он бьет в мой, то тебе два входа. У меня? Короче, Колян первый раз у меня выиграл. Не без моей помощи, конечно. Yeah.
где тут хэдшоты раздают. Конечно. Сниму, как ты живешь. Всем покажу. Откуда взялся эти наклейки? Марк, блядь. Нет, это соседи. Круши! Ломай! Неси эти квадратики же. Так, давай ты не советуешь. Ну, заруба. Я тоже, я рядом с Сергеем взял. Так, пацаны, кто мне даст интервью? Часто вы такие вообще турниры устраиваете? Это фаворит. В прошлый раз я проиграл. Ты залей получил. Серьезно? Ребята, я не в курсе. Это реванш. Как я только шмукался, накатал. Бах и вчелился. Подругаться нельзя? На турнире сколько? 11 человек будет? Да, заявлено. Заявлено. Первый приз автомобиль. 10 компьютеров играет и... телефон. И... Хватит! И сука телефон. Домой малышку. Зато у него этот самый тач-экран, он может пальцем. Ой, Так а что, на Wi-Fi, да? Что ты делаешь? Снимаешь? Да. Не снимаю. Ой-ой-ой. Ай, блядь, я нахуя. Я выстрелил, сука, почти 50 патронов и никому не попал. Как? Ты вообще не слеп? Здорово.